вами Алена Васильева и мой сын? Лев. Да. Сегодня мы расскажем вам, как говорить буковки С и Ш правильно. И как сделать так, чтобы ребеночек потом не ошибался. Смотрите внимательно. Совсем недавно мы познакомились с новым мальчиком. И мы спросили, как тебя зовут? И он сказал, что его зовут Саса. Я подумала, наверное, его зовут как? Саша. Да, наверное, его зовут Саша. Я подумала, а я же научила своего ребенка говорить «с», «ш». А почему бы не научить и вас? Смотрите до конца. Прежде чем смотреть, не забудьте подписаться на наш канал. Са-са-са. В гости к нам пришла лиса. Правильно. Смотри, сынок, лисичка вот такая хитрая, улыбается, вот так улыбается. А нос у нее длинный, вот такой. Вперед, вперед губки отдал. Опа, улыбается хитруля. Носик. Как у слона длинный. Смотри, какой длиннючий. Улыбается. Носик. Улыбается. Носик. Улыбается. Носик. Улыбается. Носик. Классно. Вот так можно ребенку помогать. Это подготовительное артикуляционное упражнение для того, чтобы сказать звук С и Ш. А теперь смотрите, нам нужно сильное дыхание, чтобы сказать «с» и «ш». Сынок, у лисички есть друг. Вот такого чудика ты нарисовал ей, да? Это ее друг. Смотри, у него ноги загорелись. Дуй. Еще дуй. Молодец, щечки не раздувай. Вперед губки. Давай. Ой, прости. Так, теперь держи сам ручками. Заваливайся, садись прямо. Дуй. Это дыхательное упражнение можно сделать с ребенком. Мы просто вырезали такого чудика, вырезали ему ножки, и сынок сам нарисовал ему мордочку. Интересно? Да. Садись. Дальше мы переходим к самим звукам. Смотри, сынок. Молодец. Дуем и говорим. Хитрая лисичка. Давай так. Молодец. А теперь смотри. Губки вперед. Умница. Молодец. А теперь смотри. Са. Са. Еще раз. Са. Давай. Са. Молодец. Си. Си. Су. Су. Да, су сказать немножко сложнее, потому что у вперед губки, а на с губки мы растягиваем. Еще раз. Су. Су. Да, молодец. Теперь губки вперед. Ш. Молодец. Ша. 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 Шу. Шу. Ше. Ше. Да. А теперь повторяй за мной. Ша, ша, ша. Мама моет малыша. Ша, ша, ша. Мама моет малыша. Молодец. Шу, шу, шу. Покажу я вам ушу. Теперь ты. Шу, шу, шу. Покажу ушу. Молодец. Очень хорошее упражнение. Набираем носиком воздух и научим драться ушу. Давай еще раз. Губки вперед. Ушу. Другой ручкой выталкиваем. Еще. Ушу. Молодец. Аша. Носиком воздух. Аша. Еще раз. Аша. Молодец. А теперь отгадай, что я хочу сказать. Ша, ша, ша. Мама моет малы. Пса. Правильно. Шу, шу, шу. Покажу я вам у. Ушу. Классно. Уши, уши, уши. Мама любит суши. Молодец. Ши, ши, ши. У меня есть уши.
Ши. Молодец. Ши, ши, ши. Очень рады, малыши. Молодчина. А теперь давай попробуем сказать Саша. Саша. Да, еще разочек. Саша. Умница. Молодец, дай пять. Лисичка, спасибо тебе. Ой, спасибо, Лев, ты такой молодец. Пока-пока. Для того, чтобы выучить С и Ш, шипящие звуки, смотрите, сначала необходимо дыхание тренировать у ребенка. Это то, что мы вам показали с чудиком. Второе. С мы говорим на улыбочке, а Ш мы говорим, когда губки вперед. Потренируйтесь с ребенком говорить С и Ш. Потом отработайте эти звуки отдельно. С, 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 Ш, Ш, Ш. А затем уже, когда получается хорошо эти звуки отдельно, соединяйте их в слоге. Са, Са, Са. Или ша-ша-ша, си-си-си, шу-шу-шу. Очень хорошо включать всякие стишки и игры, как мы вам со Львом и показали. Только когда у ребенка получились хорошо слоги, мы начинаем тренироваться на словах са-ша, су-ши, да? Су-ши. Су-ши, са-ша. Молодец, классно. А потом уже мы вводим эти слова в предложение. И если вдруг ребеночек ошибется и скажет: «Мама, этого мальчика зовут Саса». И вы говорите: «Нет, это не Саса, а как мы правильно говорим? Са?» Саша. Да, Маша, скажи. Маша. Маша и медведь. Маша и медведь. Молодец, супер. Подписывайтесь на наш канал, пишите свои вопросы и попробуйте, обязательно попробуйте эти упражнения со своим ребенком. Пока-пока! Мы увидимся! Скажи четко, мы увидимся! Мы увидимся! Класс!